Всем привет! Вы смотрите новости ММА, а меня зовут Андрей Антонов. В то время как одни уверены, что Хабиб вовремя завершил карьеру, ведь правда, он добился самых главных высот, стал чемпионом, у него не было поражений и он ушел на пике, другие все еще уверены, что он совершил ошибку, рано остановился. Дана Уайт читал Хабиба по-дружески, конечно, что надо было сделать все по-другому. Я думаю, что Хабиба, пожалуй, можно было бы назвать величайшим, если бы он задержался с нами подольше. Кончина его отца была прискорбной. Думаю, он просто дошел до такого момента в своей жизни, когда другого не оставалось. Когда денег становится так много, все меняется. Бойцовский бизнес крайне непрост, чтобы вставать и пахать каждый день, когда у тебя есть такие деньги. Другими словами, Дана Уайт недоволен тем, что Хабиб мог бы стать величайшим, но рано завершил карьеру и до величия все еще несколько шагов. Но что если у Орла другие планы, друзья? Что если он хочет достичь величия теперь другими методами? Строить школы, открывать спортивные залы и развивать спорт среди молодежи по всему миру? Это ведь тоже большие дела, согласен? Видно, что Уайт до сих пор сожалеет, что не смог удержать одного из лучших у себя в промоушене. Ну а Хабиб показал, что если дал свое слово, то обязательно его держит. Это тоже наглядный пример чемпионского поведения. Сейчас говорят о том, что в ближайшие несколько лет Хабиб представит фильм, картину, над созданием которой работала голливудская команда. И будет этот фильм посвящен спортивной карьере и полностью пронизан философией, которую Хабиб питал от старших близких своих людей. Движемся к следующей новости, друзья, у нас еще полно всего интересного. Друзья, стали известны подробности июньского боя, когда блогер Логан Пол выступил против Флойда Мейвезера. Выяснилось, что Флойд оставил его без обещанного гонорара. «Заплати мне мои деньги, черт возьми!» Вот такое обращение Пола в Твиттере. Бой был показательным, проводился в режиме 8 раундов по 3 минуты каждый. В результате противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось в ничью. В чем цена вопроса, вам, наверное, интересно. В интервью перед боем Логан Пол говорил, что должен получить около 20 миллионов долларов и 10% от платы за просмотр. Что касается Флойда Мейвезера, здесь он, конечно же, не прогадал, получит хоть и меньше 10 миллионов сразу. Но здесь самое интересное. 50% от pay-per-view. Неужели Флойд Мани Мейвезер нагрел блогера? Что думаешь об этой ситуации? Получит ли Логан Пол свои денежки? После реванша Джейка Пола и Тайрона Вудли осталось пару вопросов, главный из которых — не купил ли блогер этот бой? Такие резкие высказывания можно слышать даже не от простых болельщиков. Это мнение высказывали топовые эксперты и легендарные боксеры. Теперь решается, нужны ли такие бои, потому что финансово они, как показывает практика, провальные. Скандал разгорелся с новой силой, когда инсайдеры опубликовали приблизительное количество проданных платных трансляций pay-per-view. Всего pay-per-view купили менее 65 тысяч зрителей. По оценкам экспертов, с учетом просмотров через платные стриминговые сервисы, общее количество проданных трансляций составит около 100 тысяч pay-per-view. Может быть, люди просто устали от таких боев, согласны? Ранее сообщалось, что трансляцию первого поединка Джейка Пола и Тайрона Вудли, который прошел в августе, купили примерно 500 тысяч человек. Для сравнения, бой старшего брата Джейка Пола, Логана Пола, с непобежденным Флойдом Мейвезером, купили более 1 миллиона человек, а самый успешный турнир вот этого 2021 года в UFC, это был UFC 264, Парье против Макгрегора 2, купили 1 миллион 800 тысяч человек. И что самое главное, в этой ситуации Джейк Пол не собирается останавливаться. Он все еще утверждает, что его бои продаются лучше, чем номерные турниры UFC, и заявляет о миллионных продажах. Дана Уайт знает всю эту подноготную, поэтому все время относится к высказываниям блогера несерьезно. В основном смеется на его заявления. Тренер Вудли слышит все разговоры о договорном бое, что результат был куплен заранее. В свете всех этих разговоров он вышел с откровенным признанием. Но не ждите сенсации, друзья. Дин Томас, главный тренер Тайрона, в интервью на подкасте SiriusXM развеял финансовые слухи и заявил, что поединок был настоящим. Если хочешь подробностей, то послушай, что говорит.
Признаюсь, все эти теории заставляют меня смеяться. Люди придумывают какие-то теории, что это был проплаченный бой, что это была постанова, я провел с ним полный тренировочный лагерь. Я знаю, насколько все это было серьезно. Я видел огонь в глазах Тайрона и видел, как ему нужна была эта победа. Он хотел отомстить в реванше, он действительно хотел этого боя, и это было полностью серьезно и по-настоящему. А что если Вудли просто не посвятил своего тренера в свои дела? В общем, хочется узнать твое мнение, постанова или бой был честным. Друзья, уже скоро, 22 января, решится будущий дивизион тяжеловесов в UFC. Вариантов всего два. Или Нгану продолжит царствовать, или Ган сделает фурор и станет новым чемпионом. Для того, чтобы победить, Нгану пригласил в свой лагерь лучшего кикбоксера планеты Рика Верховена. Ган все это видит, знает, что Фрэнсис серьезно готовится. Этот добряк очень к себе располагает. Я слова плохого от Гана не слышал. И на этот раз он тоже по-доброму говорит. Мол, Фрэнсис все делает правильно. Тренировки нужно проводить только с лучшими бойцами. При этом Сирил заявил, что сейчас он немного изменил свой стиль и работает не так, как это делал, когда выступал по кикбоксингу и тайскому боксу. Послушай его слова из нового интервью. Это была хорошая идея. Чтобы быть лучшим, ты должен тренироваться с лучшими. У меня база муай-тай, и очевидно, что это моя сильнейшая сторона, так что они все делают правильно. Но дело в том, что я немного изменил свой стиль. Сейчас я двигаюсь и действую не так, как делал это в муай-тай, потому что муай-тай и кикбоксинг — это не ММА. Сирил Ган тоже пригласил в свои тренировки спарринг-партнера, имитирующего стиль Фрэнсиса. В этом тренировочном лагере мне помогает большой молодой парень, обладающий огромной нокаутирующей мощью. Достаточно одного взгляда, чтобы понять, насколько он силен. О ком идет речь? Непонятно. Наверное, какой-то перспективный парень, пока еще без имени в спорте. Как думаете, бой Нгану-Ган закончится в первых раундах или пройдет всю дистанцию? Очень интересно узнать ваше мнение. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Я старался, чтобы вам было интересно. Надеюсь, что у меня это получилось. Если все так, то поддержите ролик лайком. Напишите об этом в комментариях. Увидимся в новых роликах. Всем удачи. Пока.